после долгой разлуки мы снова с вами. Но мы надеемся, что вы нас не забыли. Хочется особо сказать о ваших письмах. Их пришло огромное количество. Много ответов пришло на викторину. Но точных ответов, высланных до 17 мая, оказалось только 3. Но вы сами это знаете. Помимо ответов, нам присылают комиксы, рисунки, пароли игр и даже свои предложения в нашу программу. Всем большое спасибо. Особенно удивило нас письмо Агео Валентина. Он прислал свои ответы на викторину, но неправильно назвал 2 игры. Но зато какой рисунок он нарисовал. Валентин, мы просто не могли не поощрить тебя. Фирма Астробал приглашает тебя принять участие в 16-битном чемпионате, который проходит во Дворце культуры моряков каждую среду в 18 часов. Ну а сейчас мы возьмем в руки 6-кнопочные джойстики от Супер Нинтендо. А вы смотрите на экран. На сей раз в приставку мы вставили картридж с игрой Animaniacs, по-русски мультманьяки. 3 героя, Яка, Вака и Дот, мультипликационные герои фирмы Warner Brothers, путешествуют по различным киностудиям. И все из-за того, что двое мышей создали робота и украли 24 сценария фильмов, захватя все студии, они желают завоевать мир. И эти 3 героя путешествуют по различным киностудиям, чтобы собрать все сценарии. Аква-студия, приключенческая студия, студия сказок и другие. Однако, кроме основных врагов или актеров, вам постоянно придется иметь дело с полицейским охранником Ральфом, который считает, что вы хотите разгромить кинопомещение. Но, видимо, операторы немножко не в себе и продолжают снимать фильмы, несмотря на то, что вы в объективе камеры. А в скольких фильмах вы только побываете? Звездные войны, Терминатор, Тесные контакты третьего рода, Чужие, Дракула, Индиана Джонс, Бесконечная история, Алиса в стране чудес и всевозможные другие фильмы. Этим пародийным мультманьякам придется встретиться с героями этих кинолент. Терминатором, Дракулой, Крюком, в общем, со всеми злодеями фильмов. Трем героям предстоит испытать всю тяжесть дублеров. Если вы хорошо владеете джойстиком, пройти эту игру не составит сложности. А вот найти все сценарии... Скажем вам по секрету, что нам удалось найти только 21. Не допустите появления надписи Game Over, ведь вы так и останетесь недорисованными на листе аниматора. А сейчас снова рубрика Help. И как всегда, с новыми секретами для Дэнди и Сеги. По вашим многочисленным письмам, сегодня мы расскажем об игре Super Mario Bros. 3. Если вы играете Марио, то во время карты миров нажмите кнопку B. Внизу поменяется поле. Тогда нажимайте Select, и вы сможете выбрать все, что пожелаете. Вы можете стать лисой, лягушкой, медведем, взять облачко, с помощью которого проходить через уровни, и дудочку, которая вызовет вихрь и принесет вас в другие карты. Если же вы захотите получить 5 жизней за 3 уровня, то в каждом уровне, как только появится черный экран, бегите на суперскорости. Но как только вы увидите мигающий квадрат, прыгайте, и вы получите звездочку. За 3 таких звездочки вы и получите драгоценные 5 жизней. Да, и не забывайте, что Марио может брать кирпичи и панцирь черепах. Для этого нужно зажать кнопку B и толкнуть панцирь. Если же вы дойдете до последнего замка, то вы потратите много жизней, так как это очень сложный этап. Но там тоже есть свой секрет. В самом начале вы подниметесь вверх. Там, в самом правом углу, вы найдете скрытую жизнь. Даже если вы возьмете ее и погибнете, эта жизнь все равно останется там. Любители Сеги ждут не дождутся этой части рубрики. Ведь сегодня мы расскажем об игре Second Samurai. Многие из тех, кто играл в эту игру, не могут пройти электрическую паутину. Чтобы ее отключить, надо во всем уровне уничтожать синие кувшины. Но в первом уровне 2 из них спрятаны под землей. Чтобы туда попасть, надо бить по большому камню, пока он не взорвется и не откроет проход вниз. Тогда прыгайте в образовавшуюся яму и попадете на небольшой островок. С виду там ничего нет, но не верьте этому. Прыгайте в пропасть влево или вправо. В обоих сторонах вас ждут синие кувшины, которые необходимо уничтожить. Если вы не хотите отправляться в поход без меча и супероружия, то перед любой ямой, над которой мигает стрелка,
Сбивайте все шары и прыгайте в яму. Там тоже собирайте все и возвращайтесь. Наверху вы снова увидите синие шары. Так, можно повторять до бесконечности. Долго! Зато всего оружия вдоволь. Идти дальше не страшно. А теперь немного о суперприемах. Нажав вниз, вперед кнопку «Б», ваш игрок сделает подсечку. А нажав вперед и вверх кнопку «Б», вы увидите один из самых мощных ударов ногой. И напоследок скажу, что камни, лежащие на дороге, можно брать в руки. Для этого встаньте на камень и нажмите вперед и кнопку «Б». Если же вы не хотите проходить все 15 уровней, пишите нам, и мы пришлем вам все коды для этой игры. Причем ответим мы только трем первым. Да, и не забывайте, что сегодня будет уже второй выпуск викторины. Попытайтесь сегодня сделать то, что не удалось вам в прошлый раз. Да. Привет! В некоторых письмах меня просят рассказать о 8-битовой игре «Кот Феликс». Вы, конечно же, знаете этого героя по мультикам, которых показывали мультфейерверк. Кот Фея между котом Феликсом и профессором всегда происходят стычки. Конечно же, кот Феликс выходит победителем. Теперь вы можете сами управлять Феликсом и раз и навсегда проучить профессора. Кот Феликс приходит домой и видит, что его подруга похищена. В этот момент звонит телефон. Он поднимает трубку и слышит голос профессора, который сообщает ему, что он поменяет его подругу на волшебную сумку. Кот Феликс, конечно же, отказывается и идет на помощь своей подруге. Если вы увидите сердечко, то не пропускайте его, а обязательно берите, тогда ваша сумка превратится в другой предмет. В прохождении участка вас ждут друзья профессора. Конечно же, по ним надо больше раз попасть, но не унывайте, нападайте на них с разных сторон и уничтожив его. Их. Вы подбираете их с дома профессора. С самого дома профессора вы видите, что инопланетянин с Марса, который звали Цилиндр, берет к себе на корабль профессора Тугодумчика и его подругу. Кот Феликс превращает свою волшебную сумку в космический корабль и отправляется на помощь подруге. Но и в космосе его не покидали друзья профессора. Наконец, в доме инопланетянина он сражается сначала с самим хозяином. И потом он померится силами с Тугодумчиком. И в самом конце он сразится с самим профессором. Победив его, вы улетаете со своей подругой. Мы рады видеть вас на втором выпуске викторины. Правила вы знаете. Но для тех, кто не знает, повторяем. Что нужно? Записать номер игры. И угадывать, что это за игра и на какой приставке. Приготовьтесь поработать немножко головой. Готовы? Тогда начинаем. Надеюсь, что все успели записать. Если да, то не откладывай на завтра. Посылайте письма прямо сейчас. А то кто знает, одно запоздавшее письмо и не успеет прийти вовремя, что и случилось в прошлый раз. Желаем удачи. До новых встреч. Мы внимательно проанализировали всю вашу почту и выявили 10 самых любимых вами игр для 8-битной Денди. На 10-м месте Робокоп 4. Его разборки в преступном районе Cadillac Heights. На 9-м месте Робокоп 3. Всех убей и отыщи себе спутник. На 8-м месте Mario Bros. 3. Вечные скитания Марио и Луиджи, чтобы спасти принцессу от Купы. Три жабы и два каратиста в межгалактическом бое с Темной Королевой на 7-м месте. Два бурундука Чип и Дейл против кота Толстопуза занимают 6-ю позицию.
На пятом месте ужас, пришедший с древних веков, динозавры из Юрского парка. Ниндзя-черепашки 2 на четвертом месте, в вечной битве против Шреддера. Охотники за привидениями 3, защитники земли от бесплотных тварей на третьем месте. Черный плащ, летящий на крыльях ночи, залетел на вторую позицию. Ну а лидер сегодняшней топ-десятки – 2 Commandos в игре Super Contra. Если этот хит-парад вас не устраивает, то пишите письма, чтобы сделать его объективней для вас же. До новых встреч! Пока!